Именно здесь, на глобусе, находится прекрасная плодородная страна с гордым названием Украина. Но именно эта страна заняла первое место в мире по детскому алкоголизму. Мы, как спортсмены, мы можем давать положительный пример, да, то есть мы можем быть кумиром, можем подавать пример, да, другой жизни, чего-то другого, чего-то нового. Да что тут можно сказать? Это прежде всего, как говорится, рыба гниет с головы, и ответственность за это должны нанести наше государство, которое должно максимум предъявлять усилий для того, чтобы с этим бороться. Моя мать вот такой момент применяла. Она мне не запрещала курить. Она говорит: сынок, если ты будешь курить, кури. Я тебе буду покупать сигареты. И в принципе, я знал, что я в любой момент могу закурить. И не хотел этого сделать. Бросайте эту всю ерунду, приходите в спортзалы, идите, занимайтесь спортом. Потому что это не только плюс внешний, это еще плюс внутренний вас. Ну, я для себя уже принял один раз решение, то есть не участвовать в рекламах и не привлекать к нашим мероприятиям, социальным мероприятиям, алкогольные марки. Как можно дальше убрать вот эти вот все продажи алкогольных напитков от учебных заведений. Лучше, как сказать, пропагандировать здоровый образ жизни, да, чтобы дети видели там какие-то плакаты, какие-то рекламы. У нас же этого нет, вот действительно. Вот посмотреть, это ж по пальцам можно сосчитать вообще, где дети могут это увидеть. Здоровая Украина – это здорово! Актерами Владимиром Горянским и Богданом Бенюком, а также режиссером театра на Подоле Виталием Малаховым. Знакомьтесь, народный артист Украины Виталий Малахов, лауреат Национальной Шевченковской премии, а также создатель и несменный руководитель театра на Подоле. Детский алкоголизм страшен тем, что перерастает во взрослый алкоголизм, потому что, наверное, мало кто из детей алкоголиков потом становится трезвенником. Народный артист Украины Богдан Бенюк, ведущий актер Национального академического. Не дітей, а нас, дорослих, а те, що першість мають діти з нашої України в такому прекрасному напрямку, як алкоголізм, то ми розуміємо, що наша нація в майбутньому має просто веселу перспективу. Реклама, яка каже, ти пий пиво і будеш грати в футбол і поїдеш на чемпіонат світу, яку нам кожного дня дає засоби масової інформації, це неправда, це фуфло і це злочин проти народу. Не рекламується чомусь справжнє молоко з-під нормальної корови, не рекламується чомусь добрий узвар з фруктів, які виросли в твоєму саду, бо їх не треба рекламувати, вони мають правду. Наша съемочная группа наведалась в гости к народному артисту Украины Владимиру Горянскому. Государство должно думать об этом и думать, до чего мы дошли уже, если мы первое место по детскому алкоголизму занимаем, по бездомным, по СПИДу, по всем. Мы же все там. Создается впечатление, что существует некая злобная сила, бутылка пива. Это почти то же самое, может быть и то же самое, что грамм 100-150 водки для взрослых. Нельзя рекламировать водку. Специально подбрасывать детям эту гадость. В первую очередь, возможно, я бы даже подняла цену на алкоголь, чтобы люди просто с горя не шли и не покупали за последние деньги бутылку. Может, от чего-то бы уберег. Может, все исправил в своей судьбе. Девочки, вы все прекрасно понимаете, что будущее Украины в наших руках. Поэтому давайте будем рожать здоровых украинцев, маленьких, пузатеньких, и чтобы они были любимы и воспитывались с нами, и чтобы мы для них были хорошим примером. У меня тоже будут когда-то дети, и я бы хотела, чтобы мои дети жили в красивой, здоровой стране. Да, может быть, это в какой-то степени уничтожение нашего общества, потому что наркотики были все-таки созданы человеком. Вся проблема в самих нас. Мы должны решить, для чего мы и что мы хотим в этой жизни сделать. Воспитание идет из семьи. Это же катастрофа, то, что мы смотрим сейчас по телевизору. Что такое наркота и алкоголь? Это попытка уйти от реального мира,
заместить реальные боли виртуальной радостью. Мы победим все эти недуги, потому что в противном случае будет страна обезьян, а мы хотим жить в обществе людей. Спасибо вам большое. Чем заниматься в свободное время? Ходить, петь, танцевать, а не шастать по улицам и пить пиво. А можете одну строчку спеть? Конечно, да. Господи, какую уж выбрать? Любую, любую. Каникулы, каникулы, поймите же, родители, все дети ждут каникулы. И летом, и зимой. Каникулы, каникулы, я так хочу каникулы. В любой... Боже мой, я считаю, что на сегодняшний день должно быть как мода. Это должна быть тенденция молодежи, которая хочет тянуться. Не какие-то джинсы в обтяжку, там, или сапоги под форту, а здоровый образ жизни должен стать модной тенденцией. Производителям пофигу, сколько нас человек умрет в следующем году. Им по барабану, сколько нас людей, нормальных мыслящих людей, молодых, умрет. И сколько родится дебилов после этого выпитого. Просто-напросто это все. Надо, ребята, ну сами подумайте, блин. Трезвому круче, реально. Ну, просто зробити дорожче алкоголь, заборонити рекламу, максимум реклами, і все. Будуть пити і буде дешевше. Все ми знаємо, що є реклама. Як можна говорити, а алкоголік зроби перший крок. Ну, блін, ну як? Ну, здорово. Україна, це здорово. Особисто ви, з якого віку почали вживати алкогольні напої? Перший раз пробував десь, я пізно спробував. А хоча ні, я пам'ятаю, що перший раз пиво я глотнув, мені було років 5. Це так, знаєш... Перший ковток, але, ну, в принципі, я пам'ятаю, що дуже не сподобалось. А так же так років 18-17, десь так. Ну, і це якось допомагало в чомусь себе проявити? Ні, я навіть і курити не почав, коли там всі в школі біля мене курили, і друзі всі курили, і дівчата курили, то мене це як-то не приваблювало, то я... Я вважаю, що продвигати алкогольні напитки повинні продвигатися в... ресторанах, кафе, барах, где они продаются, но ни в коем случае не на бигбордах и тем более не на телевидении. И я бы больше сделала акцент на социальную рекламу, на рекламу здорового образа жизни. Социальные программы, деньги на строительство детских площадок. Когда дети будут искать место, где бы им выплеснуть свою энергию, они будут лупасить заборы, ломать двери, и у них же нужно свою энергию куда-то девать.